измерительные инструменты будут особенно полезны при преподавании математики. В Teach Infinity доступно несколько инструментов измерения. Все они доступны через пиктограмму «Портфель» на основной панели инструментов. Вы видите, что у нас есть циркуль, чертежный треугольник, линейка и транспортир. Циркуль используется для того, чтобы рисовать окружности. Передвигайте зеленый маркер, чтобы установить радиус окружности. Нажимайте на красный, чтобы рисовать. Переключайтесь между режимами рисования дуги и сегмента. Для перемещения циркуля возьмите за его верхушку. Чтобы повернуть циркуль, используйте инструмент поворота. Чтобы убрать циркуль с листа, нажмите на кнопку крестик. Рассмотрим следующий инструмент. Это линейка. Вы можете перетаскивать линейку за белую область, изменять ее размер и поворачивать. Чтобы провести линию, необходимо навести на границу линейки. В белой области показывается текущая длина отрезка. Инструмент «Угольник» используется для того, чтобы строить прямые углы, параллельные линии и отмерять углы в 30, 60 и 45 градусов. Обратите внимание, что проводить прямые линии можно только по границам, на которых есть шкалы. Поворачивайте чертежный треугольник за маркер поворота и перемещайте за любую светлую область. Последний инструмент группы измерительных инструментов – это транспортир. Перетаскивайте за светлую область, вращайте за маркер поворота, передвигайте зеленый маркер, чтобы построить угол, переключайтесь между режимом рисования дуги и режимом рисования угла. У вершины угла будет написана градусная мера данного угла. Градусную меру можно закрасить маркером цвета фона, а затем попросить учеников вычислить градусную меру данного угла. И после проверить правильность вычислений, стерев рукописное примечание. Попробуйте, используя инструменты измерения, построить биссектрису угла. Желаем удачи!